Здорово, ребята, мы, значит, продолжаем проходить The Forest. Опять сейчас ночь, вчера я не сделал продолжение, потому что видео получилось слишком длинным, вам стало неинтересно, а я хочу, чтобы вам стало интересно. Верно? Все хорошо. Бебра, здесь это бебра бегает. Я хочу костер сделать, но... Не поставил костер. Две палки нужно, но нету двух палок. Где достать-то тогда? В принципе, можно так сделать. Спилась палка. Все, валим обратно. Темнота. Страшно, однако. Стоит. Ну вот, видите, эту маленькую такую штучку. Я. О, ладно, надо спать. Спи. О, хорошо поспать. Что-то трещит. Что-то трещало. Так, давайте зажгем костерик. А, может, что-то мы сможем даже сюда положить. Вот, давайте нас. Пусть пока жарится, мы пока сходим в этом местечко. Я хотел, знаете, что... Нет, я не буду говорить. Я что хотел сделать-то? Я хотел сделать специально этот сборник для перьев. Опа. Ну, я стрелок пожизненно вообще. Видели мою меткость? Стрелок, я меткий вообще. Стрелок! Меткий. Я. Да-да. Не удивляйтесь. Через пундель вылез. Надо ему голову как-то упасть. Я чуть-чуть спрятался. Наконец-то. Смотрите, какая жестокая игра. Я хотела сделать вот этот сборник специально. Я вот пока сейчас покушаю. Все мясо пожарилось мое. Попьем мы газировочки. Потому что я пока что чего-то сборник не сделал. Вот зачем мне панцирь нужен, кстати, я что серия говорила, он типа. А панцирь нужен вот для этого. Вот, да. Чтобы собирать воду. Я пошел за палками дальше. Опять за палками. Опять за палками нужно идти. Что-то мне лень что ли ломать. Сам еще не знаю. Опа-па-па-па. Пирожки. Иди еще перья. Это листья. Идиот! Так, сейчас достанем этот топор. И... Можно, в принципе, наверное, уже хватит. Сейчас проверю, хватит нам не хватит. Нам, в принципе, куда хватило. Так, пойдемте теперь разберем этот панцирь. А, вот забрали. Я вам покажу, зачем мне нужен. Как с Саней видно, написано. Чекать, ребята, реально. Так, ребята. И можно, кстати, еще убить кого-нибудь. Я пошел искать крокодила. Дальше искать крокодила. Я вот вчера, вот именно в той серии, в прошлой и во второй. То есть я его где-то. Я его нашел, но не нашел. И тут еще ящик есть. Я пока не хочу накрать. Нет, просто, да. Так. Вот этот что-то зажился. Кстати, видите, курсор там пропал. Я просто не забыл, потому что вчера тут не снимал. Ну, естественно, ты сейчас это не видишь. Спидрам по убиранию курсора. Так. Заберем сейчас обратно для начала. И
я говорил, что нужно найти крокодила. Но я не успел найти. Это что-то не разглашается, это никак нельзя отменить, потому что просто хочу. У меня же так есть не дружба. А вот куда он побежал, я даже на видео не могу понять. Может, он где-то в реке. Так, это коряга. Коряга. Короче. В воде его не вижу. Я думал, он бы на берегу сидел бы. Возможно. Сейчас заберем сверху, смотри. Ситуация ситуация. Здесь ничего нет. Слушай, а если я сейчас это... Эй-эй! Это кто это? Это коряга. Потому что ты начала крокодил, потому что я дурачок, плюс. С этим уже ничего не поделаешь. Так, если мне не показалось, то сейчас. Заяц. Кто-то слышу. Шумит. Кто-то шумит. Чего шушит? Кто-то сникерс открывает. Я тоже хочу. Господи, шутка, где-то какого-то 20-летнего, 40-летнего. Ну опять, где крокодил же? Крокодил! Я думал, так не буду скликаться. Что я сейчас могу захавать? Так. Ну, куда-то убежал. Они же спидранеры, они вообще далеко в Бибистро бегают. Там абориген, что ли? Это абориген туда бегает. Это Наташка. Сделала голову немножко. Наташка. Ладно. Только вот она не черепашка немножко. Немножко не черепашка. Сюда иди. Сюда! Чё такой? Ты чё такой тонкий? Пасть нельзя. Нельзя тебя тыкнуть, что ли? Да всё, успокойся, дядька. Всё, что ли? Тут посложнее будет. Это я сейчас только, да, вижу, тут две черепахи и крокодил. Гена, Коля, дыхну два. Вы чё, возродились, что ли? Христос воскрес! Я ж полностью вас с кожу содрал. Лежать. Первый круг. Да. А чё я кожу не могу подрать? Ой, я могу надеть. Ну всё, давайте так. Вот зачем мне. Оля, лови. Христос воскрес! Так. Ну все, теперь подумал, что я крокодил. Главное находиться в воде. Аборигены. Так. Вот он похож. Че, уже максимум, что ли, да? Получается, что... Получается, что так. Максимум брони. Максимум брони. Да. Ничего нового. А где абориген здесь бегал? Положил. Эх, абориген! Где? Абориген. Вон. Вон, куда побежал? А ты куда побежал? Я с тобой пойду. Куда? Ох, перцы. Ну, даем что? Даем ничего себе надо. Что орешь? Что ты орешь? А ты что куда пошла? Давай знакомиться. Меня зовут, например, Дадивер. Вот как зовут? Вот тут в чате ищей. Вот на. На. Это мой подарок вам. Приятно познакомиться. Ай! Что-то какие-то не очень любезное. Мадемуазель не очень любезно. Почему вы не так не любили?
Путаю! Так, копье ты отдашь? Хоп! Спойлер! Все, кость. Все, успокойся. Все, успокоился? Ну да. Я хочу взять ножку. Ну, две мне надо, но я хочу взять ножку. О, мне похавали. Давай вот. Спасибо. Смотри. Кто лез на меня? Худичи. Ща, ворона вот пойду убью. Где можно защищаться? Защищаюсь. Это зимний биом. Да. Как-то слишком быстро все поменялось. Я еще могу же сделать из леса. Которые мне на данный момент очень мало. Что там еще? Это же еще надо было. Нет, по-моему, этот не было. Красавица. А холодно и мокро. Разбить огонь, чтобы сыграть. Угу. Да, может быть, нет. Так я сейчас, я больше не вижу, на что... Вы знаете, о чем я сейчас думаю. Да, алло! Погнали! Какой я крутой! Я гонщик нелегальный, все равно как валю. Вы не видите меня, а надо было верить. Где-то была еще пещера. Сейчас пойдем в нее. У меня есть копье. Отличное оружие. То есть абориген. Аборигенес. Че ты орешь? Че ты орешь? Сюда подошел. Не надо, пожалуйста. У меня и так уже уши от вас завяли. Заколебало. Все, спать. Все, спать. Так, я хотел туда пойти, потому что вначале я пошел туда. Соответственно, теперь нам нужно туда идти. Погнали. Я уже близко, и я что-то встретил здесь. Не очень жил, ребята, цените, пожалуйста, животных. И не выкидывайте мусор в озеро. Выкидывайте, специально идем для этого места. Мусорки и так далее. Ладно, не будем о грустном. Я дошел. Я пришел и пошел в озеровку. И нашел, прошел, дошел. Как бы. Алло, вы что, не видите? Я знаю, что здесь как бы еще должно быть копейку. Не ошибаюсь. А возможно я ошибаюсь. Вы знаете меня. Нет. И здесь много. И какого-нибудь дела бьет, я точно не знаю. Точно я в этом не знаю. Здесь нету. Ничего нет. Вообще. Вообще здесь ничего нет. Здесь камень. Здесь камень. Здесь is камень. Все еще иду куда-то. Я хочу осмотреть все, может быть, что-то есть. Что-то там у них, наверное, есть, что-то у них, возможно, или нет. Короче. Да. Я уверен, что с них что-то есть. Но не просто же они тут стоят. Я думаю, это логично. Ну, это логично, логично. Должно быть. Ну, потому что, ну, смысл они стоят просто так, что ли. Чего стоит просто так, что ли? А отвечайте честно. Без вранья. Здесь. Опять пусто. Здесь опять пусто. Идем к следующему. В песке, я как понял, могут быть нечки. Но что-то я пожалуй, больше не вижу. Не вижу больше. А надо больше. Зато здесь что это? Это ноутбук. Снял. Может быть. Лапа. А с помощью платы, смотри, сейчас могу показать. Где плата? А, не хватает чего-то. Не хватает монеток и часов, короче.
Можно делать, короче, бомбу. Бомба. Еще акула. Ребята, думайте об экологии, реально. Краска. И баллончик. Лак для волос написано. Написано лак для волос. Ну, похоже, больше ничего не будет особо, да? А пещера, это пещера? Это не пещера, это просто так. А прикол. Еще ящик. Так я заколебался, их открывать все равно надо, потому что из них могут быть медикаменты, которые мне насильно нужны, могут быть вода, могут быть газировки, могут быть вот такие вот фиолетовые ящики, в которых могут быть вкусняшки, которые я могу потом схавать, потом да. Да. Теперь. Ну, неплохой. Да. Ага. Пустота опять пустота. Нафиг так ты. Че, блок буду. Ну ладно. Ну ничего страшного. Нет у меня еды, я съем шоколадку. Нет еды, я съем шоколадку. Чего-то, мне кажется, тут немного не правильно. Ладно. Прохладно. Я сейчас пойду в какую-нибудь пещеру, хочу. Я за пещеру. Там была пещера перед входом. Так что погнали в нее, как бы, алло. Да. Погнали. И алло. Алло, я дошел до дома. Я уже это записывал на следующий день, так что проснулся тут школы. Естественно, я школьник, с этим уже ничего не подделаешь. Я хочу сделать... Что-то сделать хочу. Я хотел пойти изначально вообще в пещеру. Че, пойдем в пещеру? Ну так. Она вообще выбора нет. Вот там была пещера. Вот там. Мы сейчас в нее пойдем. Сейчас так спустимся. Мне здесь так нельзя спуститься. Поехали. Йо-хо. Как весело. Далеко ехать, короче. Конечно. Так, я хочу... Да. Да. Угу. Ну, что-то я не вижу здесь никакой какой-то пещеры. Но я буду искать. Копье же лучше, да, чем вот эта вот фигня? Да, она по урону больше. И по скорости тоже. Но у нее блока нету, опять же. Ну что, потому что им надо кидать. Здорово. Так, сейчас мы сделаем. Угу. Слишком мало перьев. Главное не забыть, что его не надо поджигать, как бы. А то я могу поджечь случайно. Господи, где здесь какая-нибудь пещера есть? Я пещеру хочу как-то. Так-то хочу пещеру. Эй. Это кто? Это никто. Это ничего. Сейчас еще рано утром, потому что. Я специально рано утром встал, наверное, где. Не знаю. А там свет почему-то. У меня вопрос, почему там свет светит? Какой-то портал. Это портал в другой мир. Это же шутка. Бежим до дома, где-то там видел пещера, где-то рядом была. Была. Точно не помню, но, по-моему, да. Ну, по-моему, да, была. Мы покушали. Это крокодил! Ты что здесь? Эй, братан! Братан! Брадер! Я твоих братьев не трогал. Они сами ко мне полезли. Алло. Брадерхуд! Спокойся! Чё лезть ко мне? Чё я ему сделал? А всё, ночь, что ли? Я чё, спать-то не лёг, что ли? Это ночь, это всё темнело. На самом деле.
дом-то далеко переть. Блин, я думал лута сейчас еще. Ошибочка. Получилось что? Ладно. Пошли. Палочки соберем с точки. Чё, что ж, я сейчас мы кого-нибудь встретим, я буду тут какаться немножко. Я уже немножко какаюсь, потому что страшно. Сложно, сложно, здесь очень страшно. Палочка. Я возьму факел сейчас сделаю. Факел вот там. Нормально, так у меня ткани. Вот факел. Ты кто? Видели? Я в воде. А где я? Мне страшно. Я ничего просто не вижу сейчас. Буквально. У меня сейчас сердце становится, ребята. Мне страшно, я бегу домой. Не подходите ко мне! Не надо! У меня есть огонь! Блин, у них же тоже он есть. Господи, да господи! Дом. Короче, получается, что я пошел в пещеру. Снял про пещеру, но файл видео слишком длинное, и поэтому в данный момент я не могу его выложить, потому что он у меня жесткого диска не хватает, там раз компакт. Он у меня и так маленький. Там только в The Force его снова. Ладно, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, и всем пока, в следующей серии мы пойдем в пещеру. Да.